Буквально вот в октябре, 11 числа, на встрече общественников по поводу решения вопросов о закрытии маршрутки 183А, замглавы города Артем Эдуардович Доронин во всеуслышание в присутствии большого количества людей объявил о том, что в сохранении 183-го маршрута заинтересованы единицы общественников, и причинами того, почему именно эти горожане заинтересованы в сохранении этого маршрута, сейчас занимается полиция. И господин Доронин начал с того, что стал угрожать всем, кто присутствует здесь. Мы хотим обратиться к Евгению Алексеевичу Первышову, чтобы он вмешался в защиту 183-го маршрута и поставил все точки над «и». Кто давал право Артему Доронину вообще за нами следить? Я считаю, что это нарушение вообще всех наших прав и всех наших свобод. Ни я, ни другие горожане, которые занимаются этой проблемой, мы не находимся ни под каким следствием. И возникает еще вопрос, а каким образом Артем Эдуардович Доронин узнал о том, что полиция за нами следит? У него что, есть полномочия или у него такая тесная дружба с полицией? Я также не могу понять, на каком основании убирать маршрут, который действует 6 лет, более 6 лет уже. Всех маршрут устраивает, всем он нужен. Люди плачут, люди умоляют оставить этот маршрут, потому как не могут уехать с конечной или с хоза в сторону Красной площади или в сторону там баскет-холла. Я лично вожу ребенка на Скобелева, у меня ребенок лично ездит на футбол, ездим мы туда через день, езжу я именно с лесхоза, потому что в любую другую маршрутку в этот момент мы сесть не можем. Люди хотят, чтобы этот маршрут существовал, чтобы не было обмана, чтобы все. Люди думают, что все хорошо, что суды. Сейчас подали апелляции, мэрия, и уже они подали, департамент, все. Будет апелляцию, они подали, чтобы, потому что суд первый был выигран, вот, перевозчиком. И поэтому люди недопонимают многое, но эта борьба идет очень сильная. Нам надо, как было, пускай останется. Для людей, чиновники, услышьте нас. Глава города, услышьте нас. Вы нормальный, вы хороший, вы порядочный человек. Я вас уважаю, потому что вы много добра сделали. Вы, ну, я к вам особенно отношусь, потому что вы сами знаете и слушайтесь, не слушайте чиновников, повернитесь к народу, и пускай народ просит вас, народ, потому что так должно быть.